Находясь на маршруте патрулирования, наряд дорожно-патрульной службы обратил внимание на автомашину Toyota Camry, которая двигалась с нарушениями правил дорожного движения. Автомобилист проигнорировал сигнал полицейских об остановке и попытался скрыться. Нарядами дорожно-патрульной службы было организовано преследование. Сотрудниками госавтоинспекции было принято решение о применении табельного оружия. Автомобиль был остановлен, а правонарушитель доставлен в отдел полиции. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 32-летнего водителя автомашины Toyota Camry составлено 5 административных материалов. Автомобиль помещен на стоянку временного задержания. За управление транспортным средством в состоянии опьянения и без прав приморцу суд назначил 10 суток административного ареста.